Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим двухклавишную версию беспроводного выключателя Acara D1. Разберемся с тем, что он умеет, сравним с первой версией выключателя и подключим его в альтернативную систему управления Home Assistant. Модель 07, интерфейс ZigBee, тип выключателя беспроводный, две клавиши. Питание элемент CR2032. Размер 86 на 86 на 15 мм. Поставляется в белой картонной коробке с голубым логотипом производителя и фотографией выключателя. Надписи на китайском, эта версия продукт для внутреннего рынка. В комплекте, кроме выключателя, идет наклейка двустороннего скотча для крепления на стену и два винта, если выключатель будет стоять поверх квадратного подрозетника. Практически всю фронтальную поверхность, не считая небольшой рамки, занимают клавиши выключателя. В этой модели их две. Беспроводные выключатели Acara D1 бывают на одну и две клавиши. На задней стороне продублирована модель устройства и тип элемента питания. Сверху и снизу находятся две противоскользящие накладки. Отверстий для крепления на винты по умолчанию нет. Для того, чтобы его открыть, нужно поддеть чем-нибудь, например, старой банковской картой, верхнюю крышку с клавишами разделить выключатель пополам. Элемент питания и электроника находится в нижней половинке, в корпусе которой по бокам есть специальные места под отверстия для крепления поверх подрозетника двумя винтами или на стену четырьмя шурупами по углам. Верхняя половина – клавиши, которая держится на защелках. Возврат обеспечивается пружинами. Серия D1 имеет улучшенную по сравнению с первой версией конструкцию нажимных рычагов. Раз уже вспомнили, давайте сравним с первой Acara, модель 02LM. Светодиодные индикаторы перекочевали с нижнего торца на сами клавиши, так их лучше видно. Клавиши стали чуть меньше за счет увеличенной рамки. Здесь лучше видно, что в первой версии рамки практически нет, а во второй она присутствует, отнимая от клавиш немного площади фронтальной поверхности. Болезнью первой версии являются рычаги, которые нажимают на микропереключатели. Они рано или поздно ломаются и прогибаются внутрь. Это требует небольшого ремонта, один из вариантов которого есть у меня на канале, ссылку смотрите в описании. Во второй версии этот недостаток устранили, конструкция стала проще и надежнее. Время покажет, но думаю, что сломать такой рычажок уже так просто не получится. Индикатор на клавишах светит синим цветом в момент нажатия и мерцает при сопряжении устройства с ZigBee-координатором. Перейдем к подключению в штатную систему Mi Home. Я специально пошел по пути поиска устройства в общем списке, чтобы получить список совместимых шлюзов. Как видите, работает и со второй, и с третьей версией. Для перевода выключателя в режим сопряжения нужно удерживать одну из клавиш около 10 секунд. После этого устройство подключается, для завершения нужно выбрать локацию и название для нового выключателя. Плагин идентичен первой версии и состоит из двух частей. Окно лога, которое будет отображать действия с выключателем, и список автоматизации, изначально они пусты. В настройках ничего особо важного нет, версия плагина, название, локация. В Mi Home выключатель работает в качестве условия для сценариев и поддерживает 7 вариантов событий. Однократное и двойное нажатие, удерживание для каждой из клавиш и одновременное нажатие сразу двух клавиш. Вариантов применения для этих событий много. Например, одну из клавиш использовать для включения и выключения, а вторую для ступенчатой регулировки яркости умного светильника. Модификация Mi Home сайта capiba.ru, ссылка в описании, имеет интересное дополнение, например, включение с заданной яркостью. Шлюз, к которому я подключил выключатель, проброшен в Home Assistant. Всего их у меня 4, и порты на всех открыты, устройства перебрасывались. Сейчас все переведено в ZigBee MQTT и SLS. Поэтому в интеграциях осталась только подсветка шлюза и сенсор освещения. Выключатель в сущностях не появился. Зато он поддерживается в ZigBee MQTT. Активируем режим добавления новых устройств. После этого зажимаем клавишу выключателя на 10 секунд до тройного импульса светодиода. И устройство появится в интеграции. Оно содержит три сущности – сенсоры событий, уровни заряда батарейки и качество сигнала. Здесь тоже поддерживается по три варианта событий на каждую клавишу – однократное, двойное и длительное. Каждое из событий содержит имя нажимаемой клавиши. Тройное нажатие у меня получить не удалось. Напомню, что некоторые устройства экосистемы поддерживают и тройное, и четверное нажатие, а также события много, когда нажатий 5 и более. В отличие от Mi Home, где поддерживается только однократное нажатие на две клавиши, в ZigBee MQTT есть события двойного нажатия и удерживания обоих клавиш. Тем самым общее количество событий в Home Assistant 9.
На вопрос, что же лучше выбрать, новую версию или все-таки взять старую, ответ однозначен – нужно брать новую, как минимум из-за обновленной конструкции рычагов нажимателей клавиш. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и распродажи на товары из серии «Умного дома» вы можете найти в моем телеграм-канале. Ссылку ищите в описании. До свидания, до новых встреч!